Новый строящийся микрорайон Бутово-парк в сельском поселении Булатниковское привлекает удобным расположением и развитой инфраструктурой. Здесь около 300 тысяч квадратных метров жилья и все необходимые социальные объекты. Наша съемочная группа на днях побывала на строительной площадке этого микрорайона и выяснила стадию их готовности. 23 июля начальник отдела по строительству и транспорту администрации Ленинского района Александр Ключевский провел выездное совещание по вопросу готовности объектов социального назначения микрорайона Бутово-парк. Представители компании «Мортон» доложили о финальной стадии строительства детского сада и школы. Основные строительно-монтажные работы планируется завершить к концу этого месяца, а уже с начала августа начнется установка оборудования, пуск на наладочные работы, комплексные испытания всех систем, вентиляции, пожаротушения, подъемного оборудования. Считаем эти объекты очень важными, так как они входят в программу губернатора по развитию общеобразовательной системы Московской области. Эти объекты являются первоочередными для компании «Мортон». Мы считаем, что их необходимо завершить именно к 1 сентября для того, чтобы жители микрорайона могли отвезти детей в эти замечательные учреждения и начать учебный год именно 1 сентября. Будущие жильцы нового микрорайона могут не волноваться по поводу устройства детей в детский сад. Новое дошкольное учреждение рассчитано на 140 мест, а это 7 групп. Для малышей создадут все необходимые условия – комфортные помещения с мебелью, оборудованием, пищеблок, актовый и спортивный зал с инвентарем. Несомненно, порадуют жителей нового микрорайона и современный образовательный комплекс, детское дошкольное учреждение совместно со школой. Довольно большая площадь предусматривает всевозможные помещения для 275 учащихся и 95 дошкольников. Необычный и очень интересный дизайн-проект здания предусматривает много стеклянных витражей, разноцветные декоры. Осмотрев объекты, участники совещания пришли к выводу, что работа завершена на 95%. На сегодняшний день работа выполнена громадная, сроки были у нас, естественно, сжатые. И, в принципе, нам осталось закончить только благоустройство вокруг этих объектов. На сегодняшний день идет комплектация мебели, расстановка мебели, завезено оборудование пищеблока. И, собственно, готовимся к открытию. Лариса Вольнова, Алексей Ильин, Наталья Буслаева. Видное ТВ.